И всем здорово, чуваки, с тобой, как обычно, Пингвин, и сегодня мы с дядькой решили поиграть дуэль на левиафанах, но не простую дуэль, а с разными орудиями. То есть, вот видите, у нас есть советские оружия и НАТО-оружие. Вот. Играем мы исключительно ими, стреляем друг по другу. А ПВО уже можно ставить отдельно, но не знаю, есть ли от него здесь смысл. Дядька, привет. Да, привет-привет, всем привет, с вами Лысый Дядь. Пока он рассказывал про технологии, я уже развиваю свою экономику. Также, ребят, не забывайте подписываться на наши Discord-сервера. Ссылочки в описании, как у меня, так и у Пингвина. Так, у нас также проходят стримы совместные, тоже приходите, смотрите, участвуйте. Жесткие зарубы подписчики мои против подписчиков Пингвина. Получается интересно. Вот. У нас просто катки бывает по 40 минут проходят. Чисто такие зарубы жесткие. Чисто, да, как поэтому... вчера это было. Да. Чисто мы 3 часа 2 катки играли. Жестко. Поэтому... Ну, не 3, 2,5. Ну, да, было. Ну, 2 катки всего лишь и такое время. Такого ну, было ожидал, круто. Угу. Мне понравилось. Так что мне сегодня тоже. Повторить нужно это. Так, кстати. Вчера мои ребятки выиграли, сегодня будем реванш делать. Угу. Вот эту штуку по-любому надо строить. Так, давай. Если бы, знаешь, не вылетали еще ребята, было бы покруче. Это твоя ошибка была немножко, то, что ты не попал по мне, теперь я знаю, чем ты стреляешь. И где, как и чем броню закатывать. Ты шаришь, да, за то, как это контрится еще? Нет. Я просто предполагаю. Я думал, ты знал и знаешь, типа, как это контрится. Ой-ой-ой, вот. Хорошо, что ты промазал, теперь я знаю, как контрить. Так, я думаю, это оттуда откуда-то прилетело. Ой-ой-ой-ой-ой. Этот металл вообще не пробивается. Ну, она дамажила все-таки. Не, ну это прям тупняк, честно. Вот как такое может быть? Но это уже прям нереально. Я не знаю, что мне делать. У меня нету такой брони, чтобы так защищаться. Это бредятина прям полная. В следующий раз надо играть без такой брони. Потому что с такой броней это нереально. Ты тоже самая такую броню строй. Пушка не пробивает, но это бред. Это не самая мощная пушка. Самая мощная пушка, она пробивает просто все. Ну там один залп и базы нету. Поэтому ну, надо блин, это стремиться к этому, чтобы ее построить. Одна из самых дорогих пушек, которую я построил. Ну, там оно такое есть себе. Есть немного дороже. Совсем немного дороже есть. Вот, но это прям, я не знаю, что с этим делать. Не, надо в следующий раз чисто вот со стандартной броней, вот с железа, которое есть обычно, без всяких модовских. Потому что модовские, они все прям проапгрейжены сами между собой. Это прям нереально пробивается. Даже с пушками из мода. Ну это сделано вот лишь потому, залп... что здесь есть очень супер крутые пушки. Из-за этого не такая знаю, броня. Этот залп ты в прошлый раз у меня все разнес, а я тебе сейчас вообще чисто сзади твоих вот этой обшивки сбил и все. Даже по факту нифига я не сделал. Но елки-палки. Фига там у тебя так быстро перезаряжаются. Брони. Много брони, нужно тебе броню немножко убрать. Так, стоп. Еще мне убирать. Вот сначала убери свою, а потом уберу свою. Не-не. Мне моя броня нравится. Опять? Вот так вот. Ну а что мне делать еще остается? Буду пытаться разобрать тебя в центре. Ну сейчас, видишь, сейчас пробивает немножко, да. Все, вот так вот. В центре больше возможностей пробить, но в нос это прям... Если бы ты сейчас поставил бы впритык, ну типа... Как это сказать? А, как это правильно говорится? Если бы ты, короче, стенку сделал из своей брони, и много слоев бы сделал, то тебе было бы намного легче. Чем ты там вот это все, что было. Стреляешь таким... сильным. Да я не знаю, чем я стреляю. Я просто ставлю все, что дорого стоит, и все. У меня больше выбора нету.
Я не превосхожу тебя по броне, но зато могу превзойти тебя по выстрелам. Что? Что-то там у него интересное. Да не. Ничего такого на самом-то деле. Ну привет, ничего интересного. Ну и ладно. Будем стараться стереть это все с лица земли. А как она пробила сквозь броню, я не понял. А я тебе говорю, если бы там была прослойка деревянная, тогда бы ничего не было вообще. Ну это нечестно. Она сквозь броню пробивает. А броню саму не пробивает, вот в этом-то и прикол. Я ж про это и говорю, то что в этом прикол твоей вот этой брони. То что она не пробивается, но все, что за ней пробивается. Так. Куда улетел? А, куда-то в небо. Я прям услышал просто звук пролетающего мимо и офигел с этим. Так. Я не знаю, что мне делать. Прям нехватка. Нифига, он там еще пушки ставит. Куда тебе еще, дядь? Я? Да у меня вообще пушек нету. Так-то. Я вижу, 9К 51М ставит. Ничего я не ставлю. Не знаю. Ага. А тебе кажется. Тебе приснилось, да? Ага. Сидит он, шпионит там. Мне кажется, после вот этого прям хана будет. Ну ты просто попал по верхней хорошо, мне поэтому очень плохо стало. О, ладно. Это надо. Плохая броня, как я понял. Мне надо было так. Это была очень плохая броня. Все, пошел. Туда вот. Разбирать. А чё такой большой залп? Вот этого я понять не могу. Ну это сильноимбовая пушка. Ну да, я тоже про это подумал. А знаешь, как она отображается на карте выстрелов? Так, подождите-ка. А это что такое? Ладно, попробуем. Это очень странно. Так, что там у дядьки? У дядьки только... Ага, ставит такую же пушку, я понял. Я тебя услышал, дядь. Да ничего я не ставлю. Да, я же совсем слепой. Я же совсем ее не вижу над батарейками. Блин, ну у тебя там все очень опасно стоит на самом-то деле. Я в другой раз тоже шпиона возьму и буду слабые места бить. Хитрый какой, а? Да я им второй раз использовал. Так, не пробил ее, прикинь. Блин, она довольно быстро ставится. Я сейчас фиг что успею сделать. Кто ставится? Вот эта пушка. Пулеметная. А. Так, а у тебя сразу две и НАТО, да, стоит, я смотрю, и этот стоит. Ну все, хана мне. Блин, высоко. Не убей! Не убей, нет! Как же мне повезло, ты не представляешь. Тебе очень повезло. Если бы пониже взял бы чуть. Да. То бы тебе было все. Мне повезло не в плане того, что ты бы мне сейчас что-то прям... ну, реактор бы снес или еще что-то. Не. Мне повезло, что и там ставится прям... Очень долго пушка, прям очень. Она какая-то, видимо, мега имбовая. Mm-hmm. Вот. Она там ставится уже полгода у меня. Я просто в душе не чаю, что она делает. Поэтому это очень хорошо, что ты не пробил. У меня сейчас быстрее перезарядится, я тебе снесу пушку, а потом выстрелю с этой фигни.
планы у меня уже грандиозные. Блин, жалко, тут порталов нету. Я бы накопитель сделал. Из этих пушек. Ага. А не получилось бы из этих пушек, правда? Не, я просто... А, ну да. Оно бы исчезло все. Так, по пушечке. А теперь мой самый интересный момент. То, ради чего я здесь собрался. Ладно, давай, добивай. Добивай. Куда она упала? Я так и не узнаю, как она стреляет. Ладно, узнаю, у меня там перезарядка очень долго. У меня одна пушка улучшается, вот этот миниган, который стреляет. А можешь броню построить, пожалуйста? Мне очень интересно просто, что может эта пушка здоровенная. Я просто ее реально, я ставлю ее пол игры. Вот как у меня появился верхний этаж, это я ставлю пушку. Еще в тот момент она ставиться начала, когда ты спросил, типа, о, кажется, он там что-то интересное нашел. Угу. Вот с того момента она ставится. И до сих пор не может встать. Я прям офигею с этого всего. Блин, а еще интересно, как дамажит улучшенная пушка вот эта. Ты там разбираешься, да? Да, смысла нету. Ты мне не дал... сделать выстрел. Это все твой шпион виноват. Ты мою слабую точку увидел и пробил. А я тебя все равно без шпионов в нос бил. А на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться. Также вступайте в наш Дискорд. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.